Приветствую, приветствую всех, кто заглянул на это видео. И мы сейчас будем смотреть, какие двери перед вами откроются в новом году. Так как у нас уже декабрь, и с другой стороны, неважно, когда вы попадете на это видео, даже если позднее Нового года, все равно можно смотреть на оставшийся период, допустим, этого года, да, который скоро наступит, либо загаданный вам период, но я все-таки смотрю именно на Новый год. Итак, давайте сначала я посмотрю ваши энергии, мои хорошие. Благодарю вас всех за подписку, за то, что постоянно ставите лайки, постоянно пишите комментарии, постоянно участвуете в обсуждениях. Мне это очень приятно. За обратную связь. Итак, в каких вы энергиях сейчас? На данный период времени, в каких вы сейчас энергиях, давайте посмотрим. А вы в энергиях движения, смотрите, колесница, старший аркан, а вы готовы просто пыль из-под когтей, как говорится. Это классная энергия, энергии быстрого принятия решений, энергии быстрого движения. А вот тут меня могут смотреть как женщины, так и мужчины. Разговор о том, что вы, может быть, собираетесь в поездку, да? Кстати, на дне колоды, смотрите, перевернула, посмотрела, да? Чуйка мне подсказала, ну, посмотрите, какой-то разрушительный период остался у вас позади, и всего скорее он остается уже в прошлом, вот в этом уходящем году. А вы, смотрите, два старших аркана совершенно разных, и вы двигаетесь у меня вперед, стремительно. Вас это может идти разговор об развитии, о духовном. Это может идти разговор о том, что какая-то идея вас осенила, и вы решили в нее вкладываться. Вот в каких классных энергиях вы находитесь. Даже если вы какое-то небольшое дело планируете, да, или что-то затеваете, в любом случае это вас уже вдохновляет, это вас двигает на какие-то подвиги. Ну, еще в каких вы энергиях, что еще тут? Вы ожидаете каких-то подарков от судьбы, да? Вы ожидаете каких-то предложений. Ну что ж, самое время рассматривать эти предложения, эти подарки. Так, сейчас мы тут распределимся поудобнее. Итак, какие двери на вот такой прекрасной колоде дверей? Мы с вами будем смотреть, какие двери перед вами откроются. Раз вы так стремитесь, раз вы в таком ожидании. Хорошая энергия, мне нравится. Итак, какие двери перед вами откроются в новом году? Карта выпала сама, да не одна. Открываем и смотрим. Первая карта — кубки. И смотрите, здесь разговор 7 кубков. Но если вы обладаете хорошей силой воображения, то хорошей силой визуализации, то тут своими визуализациями, своей работой, слаженной работой с подсознанием, вы можете мечты притворить в жизнь. Смотрите, выпадает карта императрица. И, кстати, помните, у меня же, кто постоянно меня смотрит, был какой-то у меня расклад на Новый год, там тоже выпадала императрица. Смотрите, информация подтверждается спустя какое-то время из расклада в расклад. Хотя сейчас я не шот делаю, а просто обычный общий расклад. Может быть, проиграется не у всех, но, тем не менее, я заряжу вас сейчас своей позитивной энергетикой. Итак, карта императрицы. Девчонки, те, кто планирует в этом году семью, смотрите, тут деточки бегают, да, женщина прекрасная, она хорошо одета, она, смотрите, она выходит из своего дома, да, сзади у нее дверь ее дома, да, цветы. И те, кто, девочки, у меня планировал семью, либо эту семью создать, либо эту семью укрепить, тут всего скорее, конечно, укрепить, потому что мечты укрепить семью могут реализоваться. Да, смотрите, паж кубков, это, ну, может просматриваться партнер, который помладше и который готов трудиться вместе с вами. Смотрите-ка, тут рядом собачка, да, рядом собачка. То есть, если у кого-то нет партнера, может появиться партнер помоложе вас, возможно, водной стихии, либо просто очень чувственный, очень нежный душой человек. Так, хорошо. Что еще? Какие двери перед вами откроются?
разговор о том, что, смотрите, паж мечей. Разговор о том, что могут быть, если партнерство действительно возникнет с мужчиной помоложе вас, либо он у вас уже есть, этот мужчина помоложе вас, могут возникнуть какие-то неясные, непонятные ситуации, когда вы будете что-то выяснять. Кстати, ситуация эти будет провоцировать вот ваш партнер. По карте «Страшный суд». Что я хочу сказать? Не надо пугаться этой карты. Она вам говорит о том, что все идет своим чередом. Все идет так, как оно должно быть. И по этой карте вам мой расклад говорит: пожалуйста, ничего не бойтесь, пожалуйста, смело двигайтесь вперед, если вы запланировали. Все происходит так, как должно происходить. Принимайте это с благодарностью. Вот, только что сказала, и смотрите, когда вы научитесь принимать с благодарностью то, что входит в вашу жизнь, карта Солнца, видите, какая классная, красивая карта, открывает, смотрите, здесь столько дорог, открывает для вас все дороги. Не это ли радость, не это ли счастье? Хорошо, еще какие двери перед вами откроются в новом году? Могут у кого-то обозначиться новые цели, новые задачи, которые долгосрочные, причем, да, довольно четкие и понятные. Видите, девушка тут стоит при входе в новую дверь, да. И здесь еще разговор о том, что те, кто мечтает о каких-то карьерных, так скажем, взлетах, да, то по карте звезда, это произойдет. Это произойдет, потому что после Солнца звезда, это однозначно мечты сбываются. Это произойдет обязательно. И также по карте звезда, те, кто планировал поступить куда-то, обязательно поступит. Те, кто планировал какие-то сдать там экзамены, какие-то, ну, может, обучение, повышение квалификации, все это пройдет очень успешно. Так, двойка жезлов. Двойка жезлов, смотрите, тут девушка проявляется. Вы можете, вы знаете, в вашей голове идеи могут возникать из ниоткуда. Вообще, Новый год, это Новый год, это всегда что-то загадочное, что-то неясное. И вот по двойке жезлов в вашей голове могут возникать из ней идеи. Просто, видите, девушка так выходит из дверей, такая просочилась, да? Вот, и вы также сможете в Новом году просочиться куда угодно. Лишь бы, вот по двойке жезлов, лишь бы у вас хватило на это желание и энергии. А ну-ка, хватит энергии просочиться туда, куда вам надо. Угу. Тут у нас 4 кубков. И, ну, если отбросить ваше критичное мышление, если отбросить лень, то, возможно, просочитесь. Тут вот такое предостережение. Опять кубки, 9 кубков. Если будете, знаете, сразу пришла вот по этой карте такая поговорка мне на ум. Говоря другим «да», задумайся, не говоришь ли ты себе «нет». И вот у вас удастся где-то просочиться туда, куда вам надо, у каждого свое. Конечно же, если вы при условии не будете лениться, будете достаточно объективно оценивать свои возможности, адекватно, объективно, будете владеть достаточным количеством энергии и, говоря кому-то «да», да, беря на себя какую-то ответственность, вы будете думать, не говорю ли я себе «нет», не слишком ли много я на себя беру. Так что куда-то сочиться, когда пойдете, думайте сначала, надо вам это или не надо. По карте «шут», «дурак», еще можно назвать, вы тут все равно собрались в новое, энергия об этом говорят, да, и можете это сделать с легкостью, если вот эти вот препонки вас не будут тормозить. Еще раз говорю, все должно получиться по карте Солнца. Еще какие двери? Тут всего, скорее, значит, рабочий вопрос, любовь мы уже прошли, рабочие вопросы. Ну а что еще? Какие еще двери перед вами откроются в новом году? 10 кубков. Ребят, тут точно кто-то у меня собрался либо замуж выходить, либо жениться. Смотрите,
как пирком-мирком да за свадебку, да. Смотрите, кого-то ожидает прямо, ну, может, ваша это будет свадьба, может, вы к кому-то попадете на свадьбу, и для вас это будет прекрасным событием. А что там произойдет, если вы к кому-то попадете на свадьбу, да? Может, вы увидите свадьбу, она вас чем-то заворожит, и вы захотите себе такую же, да? А там есть, если вы попадаете на чужую свадьбу, смотрите, у вас идет король жезлов, у вас идет встреча там с мужчиной, знакомство. Ну, наверное, хватит пока. Попозже мы с вами еще что-нибудь посмотрим, предлагайте варианты посмотреть. Туз мечей на дне колоды на данный момент, и это говорит о том, что победа вас ожидает, если только вы будете действовать, если только вы не будете лениться, если вы будете верить в себя. Чего я вам искренне желаю, всех люблю, пока-пока.